От души поздравляем, дорогие братья и сестры, с праздником Рождества Христова, сегодня пришедшим в нашу жизнь, вновь осветившим все вокруг и нас самих своим благодатным светом, приобщив нас к великой тайне воплощения Бога и нашего приобщения к божественному естеству, к божественной полноте бытия, к божественному блаженству, к божественному совершенству. Во плоти явившееся Слово является для каждого из нас той путеводной звездой, которая и ведет нас к вечному спасению, ведет нас к преодолению всех бед, скорбей, искушений, присущих нашему жизненному странствию, и является для нас настоящим откровением того, ради чего мы пришли в этот мир и что нам предназначено тогда, когда эта временная жизнь, столь скоротечная, завершается. Волхвы и пастухи, и ныне весь мир поклоняется Богомладенцу в яслях лежащему. Но, впрочем, не весь мир, а только та его благоразумная часть, которая просвещена верой Христовой. Странность и ужас состоит в том, что большинство поклоняется окружающим зверям этого Богомладенца, окружающей природе, но никак не самому Богомладенцу. Благодарение Богу, что мы с вами среди тех, кто не только сподобились разобраться в том, кто достоин поклонения, но и сподобились принять его самого в сердце свое при причащении святых и животворящих страшных Христовых тайн. Богу благодарение. Сегодняшнее богослужение завершено. Вечером Великая Вечерня, праздник Рождества Христова. Сегодня окончен Рождественский пост до 18 января, до окончания святок, до крещенского сочельника. Постных дней нет ни в среду, ни в пятницу. И святки ведут нас и приуготавливают к новому великому Господню празднику, явлению Христа народу, крещение Господне, Богоявление. И все, весь период, наступивший ныне, сегодня, сейчас, именуемый святки, призывает нас быть, хоть и не поститься вовсе, но при этом быть, возможно, чаще причастником святых Христовых тайн, по подобию Светлой Седмицы, о которой в решениях VI Вселенского Собора сказано, что на всякий день все священники призваны совершать божественную литургию, а миряне причащаться. Так и святки по тому же образу так и именуются, и нас призывают именно тем и прославить Христа Спасителя, именно таким образом и возблагодарить Его, как участием в нашем богослужении, службе благодарения. И это означает слово «Евхаристия», которому мы все призваны, особенно в эти святые дни. От души поздравляю, благодарю всех изрядно потрудившихся и наших дорогих гостей, юных и прекрасных кадетов, наших волонтеров, наших представителей старшего и среднего и допотопного поколения, всех собравшихся в этот чудный праздник, внесших свою лепту в благоукрашении храма сего и трапезы нас ожидающей, и радости нам предстоящей. От души благодарим всех, приглашаем на разговение в нашу монастырскую трапезную. Это здесь на лесенке, легко разобраться, на ней мигают призывно огоньки.